Нарва снова приглашает гостей. На этот раз на фестиваль «Грачи прилетели», который пройдет в грядущие выходные. На сцене арт-клуба «Ро-Ро» выступят местные рок-группы, а также гости из других городов Эстонии, Санкт-Петербурга и стран Балтии. Ну а прямо сейчас на нашей сцене участники фестиваля, коллектив «МакКелли», музыканты Ирина Рожкова и Даниил Масляков. Смотрим и слушаем. Ради площадям не дали, сталью подкованы. Короны, раны рубинами, вороны, вражеские крыла латали, криком осиновым рвали, небо напополам отрубили, скрученные раны. Пропасти образа и сами камнем летели вниз. Устали, стали сначала быть локали, теплое молоко и пасти гали, как все забыть, и оказалось совсем легко. Услышать еще больше композиций от МакКелпи можно будет на фестивале «Грачи прилетели». О том, кто еще там выступит в Нарве, мы поговорим с организаторами. У нас в гостях Евгений Рогов и Роман Бойко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но мы знаем, что фестиваль у вас раньше был осенью, и назывался он «Грачи улетели». Было такое. Теперь вы все поменяли. Теперь фестиваль весной, и грачи у вас прилетают. Почему было сделано такое изменение? Ну, история достаточно проста. В свое время мы трудились на одной из местных радиостанций в Нарве, в нарвской редакции. Я пытался петь песню в группе «Абсолют-2», и вроде бы у нас это получалось. И это как-то, наверное, сподвигло молодые команды вот к этому рок-движению в нашем городке. Мы решили, почему бы и не сделать фестиваль для местных и молодых команд. Но, вероятно, была осень, грачи, вероятно, летели. Ну, и над названием мы думали, ну, а почему бы и не грачи улетели. И буквально после первого фестиваля, в котором приняли участие вот в основном как бы местные коллективы, из уезда мы пригласили кого-то, таллинские ребята появились, как-то вот желающих поучаствовать в нашем фестивале становилось все больше и больше. Опять же, это коллективы из Эстонии, из Санкт-Петербурга. Ну и мы решили, наверное, вот мало одного фестиваля в год. Логично, раз улетели, то и пусть и прилетят, соответственно, весна, ну и Саврасов, там картина, вся культура. Фестиваль «Птица перелетная». Да, ну, список участников довольно обширен, а главной площадкой становится арт-клуб «Ро-Ро». Это действительно, наверное, главная в Нарве площадка для подобного рода мероприятий. Других выборов и не было, так, Роман? Ну да, я думаю, что это уже выстраданное такое место, где, в общем-то, проводить любого плана фестиваль, ну, конечно, рокерские, одно удовольствие. Потому что мы уже и научились это делать, и оборудование у нас, в общем-то, уже под стать, гораздо все легче. То есть можем просто, ну, вот, с места просто организовать любой фестиваль. И здесь как бы чудесным образом пересеклись вот эти начинания. Женя, как основатель «Грачей», вдохновитель и вообще человек, который занимает
очень важное место в жизни, в культурной жизни города. Ну, хорошая, в общем-то, идея, и с удовольствием участвую в этом проекте. Какие группы будут еще выступать? Вы сказали, что все больше и больше групп изъявляют свое желание участвовать в фестивале «Грачи прилетели» и «Грачи улетели» в том числе. Ну, буквально, вот мы рассчитывали, что не так много будет заявок, потому что фестиваль возрождается. И около 30 приглашений и предложений. В итоге мы остановились на 22 группах. Вот представляете, это команды из Эстонии, из Нарвы, из Таллина, из Пярно, из Санкт-Петербурга. Вот то есть кому-то пришлось отказывать даже? Да, да, именно так и случилось. В хорошем таком формате отказа. Но невольно пришлось, потому что не разжать эти рамки программы фестиваля. Ну, а на самом деле группы, которые приезжают, и условия, наверное, фестиваля таковы, что это должны быть рок-исполнители? Или все-таки есть возможность делать, маневрировать в этом пространстве музыкально? Ну, я думаю, что вот фишка «Грачей», она в том, что разнообразие стилей. Буквально там от металла, альтернативы до там каких-то смесей с рэпом и роком. Поэтому, да, мы стараемся вот разнообразить за счет стилей программу фестиваля. Поэтому как бы и в плане отбора мы подходим всегда. Пусть лучше разные будут группы, и поэтому так будет всем интереснее. Другие мероприятия запланированы в рамках фестиваля? Чем еще в РОРО заняться можно будет? Ну, на самом деле, РОРО такое место, где сам воздух, в общем-то, располагает к тому, чтобы слушать музыку. Там же река, у нас, как всегда, будет там огонь гореть. Вот. Естественно, можно попробовать нарские сорта пива там. Вот. Исключительно нарские в Нарве производятся? Да. Не называйся. Да. Есть такие ребята, которые делают пиво нарское, поэтому добро пожаловать. Вы почувствуете, что город становится полноценным таким, в общем-то, субъектом, где можно полностью, так сказать, попробовать вкусы. И пиво тоже. Если уж мы заговорили о культурной жизни Нарвы, то буквально недавно возродилась идея все-таки занять титул столицы культурной Европы 2024. Как у вас с этим и как вы вообще расцениваете вклад фестиваля «Грачи прилетели, грачи улетели» именно в то, что культура Нарва может стать культурной столицей? Ну, «Грачи» достаточно самостоятельный фестиваль. И, ну, так скажем, мы рады, что это снова движение возобновилось. Пожелаем удачи этой новой комиссии, Лоркомитету. Мы открыты для всех. Вот если посчитают нужным нас включить в эту программу, то мы с удовольствием как бы поучаствуем вот в третьем уже, да, получается, этапе вот этого движения культурной столицы Европы. Я считаю, что этот фестиваль, он достоин вот той программы, которая движется в сторону Европы. Посмотрим, пожелаем им удачи. А вы сами ратуете за то, чтобы Нарва стала культурной столицей Европы? Ну, я лично, да, но почему нет? Так-то, в принципе, это здорово, если смотреть на это с одной стороны. Единственное, что когда вот вмешивается вот эта маленькая, большая политика, вот эти личные какие-то там интересы или там конфликты, вот этого точно не надо. А так, почему бы и нет? Здорово же. Евгений Рогов и Роман Бойко были у нас в гостях сегодня. Ну а в пятницу и субботу добро пожаловать в клуб РОРО на фестиваль «Грачи прилетели». Спасибо и хорошего вам мероприятия. Спасибо большое. Спасибо, а вам значки от нас. Вот. Ух ты, спасибо большое. Как в поле чудес. Подарками как раз. Один на один лацкан, другой на другой. Мы теперь тоже вместе с грачами, так сказать.